А вот с вами Юлик, мы смотрим «Это жизнь», ролик называется «Мама заперла меня дома, она сказала, что я умру, если выйду». Я думаю, что такое вполне может произойти, потому что дети слабые, дети хрупкие, их кости как печенье, просто крошатся только так. Не то чтобы я проверял, но я думаю, это то, с чем никто не станет спорить. Всем привет! Я Элли. Элли, ты выглядишь странно. Ты выглядишь так, будто тебя сделали из мокрого картона. Но это не твоя вина, не твоя вина. И не твоей мамы, у которой гены плохие. Это вина художника. Порой несчастья могут превратить жизнь человека в его персональный ад. Мой случай немного отличается. Согласен, согласен. Метеорит прямо во дворе, это, конечно, ужас. Динозавры бы тебе посочувствовали. Но не мы. Нам плевать на то, что у тебя метеориты там падают. Но моя жизнь полностью изменилась. Это случилось несколько лет назад. Родители удивили меня, сказав, что мы проведем 3 месяца на чудесном острове. Круто! Где-то в Азии. Это что, вот это твой ад? Еще одна! То один, ой, не могу на острове жить, мне так грустно. Сейчас она будет говорить, что ей на острове тяжело жить. Они решили снять виллу и наслаждаться жизнью в раю целое лето. Но дело в том, что я вообще не хотела ехать. Это было мое последнее лето. Да и не берите детей, если они не хотят. Им в этом возрасте плевать. Там на остров, на такой отдых. Пусть сидит дома и играет. Во что она там играет? Из грязи, наверное, что-то лепит. Посмотрите на нее. Вот так выглядит ребенок, который лепит из грязи. И причем не что-то там живое, типа, ой, я слепил снеговика, там, лошадку. Просто лепит из грязи кучи. К ней мама подходит и говорит, что делаешь? Я леплю. Ой, что лепишь? Может, слепишь мамочку? Нет, я леплю. Ярлатотепа, блять, бог, безумие. В школе, и мне хотелось провести его с друзьями. Я знала, что в следующем году мы поступим в разные колледжи и, может быть, перестанем общаться. Так что переживать-то, если вы такие классные друзья, что 100% перестанете общаться, можешь хер забить уже сейчас. День рождения в июле. Я не хотела праздновать день рождения с родителями на острове, пусть даже райском. Я за всех нас, да? Сука! Знаешь, когда я последний раз солнце видел? Мразь! На картинке! Но, к сожалению, никто не спрашивал моего мнения. Не, ну вообще! Вообще пиздец! Родители уже купили билеты и не собирались оставлять меня дома одну. Так что у меня не было выбора. Я решила сорвать поездку. Ты просто эгоистичная дрянь, которая думает только о себе. Сорвать поездку. Мои родители потратили денег, они очень хотят отдохнуть, но мне похуй. Похуй, хочу встретить день рождения. День рождения, это такой важный праздник. У меня же их не будет по 75 за жизнь. Да, я знала, что родители потеряют много денег. Но мне похуй. Нет, я тебя не буду понимать. 3 месяца моей жизни в тысячах километров от дома и друзей. Да на что ты эти 3 месяца потратишь? Что, блядь, лекарство от рака сделаешь? Замечательное лето проведешь. Это, возможно, лучший момент в твоей жизни мог быть. А ты решила поднасрать родителям. Неблагодарно. Итак, наступил день отъезда. Я собрала вещи, как и планировала. И мы все топор, проверили вилка, напоследок. Лопата. Угу. Я участвовала в этом только чтобы узнать, куда мама положила наши документы. Оставалось отвлечь родителей, достать документы. Она не просто мразь, она еще и тупая мразь. Документы решила. Паспорта, загранпаспорта, билет, вот это вот все. Там, наверное, страховка и прочее. Но паспорта, их же еще и восстанавливать нужно. Она столько проблем сделает своей семье. Ее проще в детдом отдать, я считаю. Забрать благодарного ребенка из детдома на 3 месяца и отвезти его погреться. Мама вызвала такси, мы сели и стали ждать машину. Я решила, что это идеальный момент, чтобы устроить панику. Так что я на секунду вышла, позвонила в такси и отменила заказ. Я надеялась, что когда машина не приедет, мама начнет переживать и отойдет от чемоданов хотя бы на пару секунд. Машина не подъехала. А чё так слабо? А почему бы просто не ударить маму под дых, а папу по кадыку? Наверное, бы это тоже задержало поездку. К назначенному времени. И... родители занервничали. Я так нервничаю. Вот так у нее лицо выглядит. Мама позвонила в такси, чтобы узнать, в чем проблема. Она поняла, что это я все испортила.
Как я и планировала, она начала паниковать. Но, судя по всему, родители тоже не совсем нормальны, если они воспитали такую... Нужно новое слово выдумать. Мразь, дрянь, это все уже много раз использовано было. Нужно что-то новое. Они воспитали скотину, такую скотину, которую воспитывать дальше, наверное, им не захочется. Мама с папой выбежали на улицу, чтобы поймать машину. Идеально! У меня было достаточно времени, я вытащила документы и убрала их в шкаф. Затем мы поспешили в аэропорт. Конечно, ведь люди не проверяют документы, когда садятся в такси. Не знаю, но, по-моему, это очевидно. Я раз пять проверяю документы, когда еду в аэропорт или на вокзал. Они у меня, в принципе, во внутреннем кармане лежат, чтобы никакая вот такая вот балбесина их не вытащила. Кричали, что если мы опоздаем, я буду наказана. Меня это не пугало. Я была готова сидеть под домашним арестом. Лишиться карманных денег. А лишиться одной ноги ты готова? Вот тебе ногу ампутируют за такую фигню и будешь с костылем ходить. Мы приехали немного позже, но все равно успевали на рейс. Мама с папой побежали сдавать багаж, и когда у них спросили документы, мама пришла в ужас, ведь они пропали. Времени возвращаться за ними уже не было, так что я победила. Я едва удержалась от крика «Ура!». Мне нечего про нее... Ни одного хорошего слова не могу про нее не сказать. Это подлый и низкий поступок. Это даже не какая-то хитрая авантюра. Она просто, как ебаный варвар, все порушила. Но поймав злобный взгляд родителей, я поняла, насколько все плохо. Фух, стоит ли говорить, как они орали на меня после этого? Клянусь, мама была готова меня убить за то, что я сделала. Наказание началось, как только мы вернулись домой. Мне надо было разобрать все вещи и сделать все дела по дому. Да это ее ничему не научит. Это уже все, потерян. Этот человек потерян. Его исправит только вот правильно, тюрьма. И даже не исправит. Ее исправят, ничто ее не исправит. Выгоняйте ее из дома, пусть она живет дальше сама, как знает, как может. Она уже умная, она уже сама лучше знает, где ей провести 3 месяца в лето. Вот и посмотрим на улице, как она будет жить. Наверное, тоже она там много нового узнает. Сказали, что я под домашним арестом до конца лета. Да, это не то, чего я хотела. И я не ожидала, что они так сильно отреагируют. Так что я уже начала сожалеть, что испортила поездку. Идиотка. Лучше бы мы все-таки улетели на этот дурацкий остров. Че, правда? Правда? Да ладно, блядь, серьезно? Серьезно, блядь, лучше бы улетели. А нельзя было подумать до того, как устраивать всю эту ерунду? Как она думала? Я украду документы, мы не полетим, все классно. То есть, как бы, вот этот шажок до следующей мысли. Родители будут очень злы, ведь они потратили кучу денег и очень хотели отдохнуть. Она этот шажок не сделала. Что, блядь, у тебя оперативка в голове кончилась? Не смогла удержать в голове более 3 шагов твоего своего плана? Ебать, вот я злой, но вы согласитесь, злой я по делу. Событие, которое произошло на следующий день, все изменило. Мама отхуярила меня розгами. Вчера я была в своей комнате и болтала с друзьями по телефону. Я не могла общаться с ними по-другому, так как была наказана. Я устала, потому что весь день убиралась дома. Ой, устала, да. Знаешь, где бы ты могла отдохнуть? На островах, на теплых. Тот день закончился. Но внезапно мама позвала меня и сказала, что это срочно. Родители сидели в гостиной и в ужасе смотрели на экран телевизора. Там рассказывали об авиакатастрофе. Представляете, это был самолет, на котором мы должны были лететь. Ну тебе, сука, повезло. Ну тебе повезло. Давайте все это как бы признаем. Лучше бы вы полетели. Такие люди. Один раз прошло у нее вот это вот. Она теперь всю жизнь будет так делать. Это оправдывает ее плохое поведение. Она такая, так я нас всех спасла. Я теперь всегда буду делать, что хочу. И вот я дома смотрела репортаж о том, что самолет упал. Такой ужас. Никто не выжил. А такое показывать по телевизору можно? Алло, у нас тут падает самолет, давайте все внимательно посмотрим. Сейчас вы видите кадры, как самолет летит прямо на землю. Он так близко, что мы можем даже услышать крики людей. О, вот он упал. Смотрите внимательно, смотрите, как горит металл. Никогда такого не видел. Все, догорел. Ну а теперь прогноз погоды. Несколько минут мы пытались осмыслить тот факт, что если бы мы улетели вчера, то сегодня уже были бы мертвы. Ну и чё? Что, это вот серьезно? Вот после такого ты узнаешь, ой, мы бы умерли, и ты такой, несколько минут ты сидишь, это перевариваешь. Да заебись, грустно, конечно, что самолет упал, это очень плохо, но хорошо, что вы в него не попали. Скорее, я чувствовала себя потерянной.
Мама отреагировала острее всех. Она считала, что нам дали второй шанс. Это было просто совпадение. Или судьба, или все вместе. С тех пор в ней что-то... Мать с ума! Она свела собственную мать с ума! Она стала очень суеверной. Но хуже всего, что она навязывала это мне. Она постоянно повторяла, что это второй шанс. Надо было сказать: «О, мама, я-то знала, так что не доставай меня, а то, может быть, я наколдую, ты попадешь под автобус. Дай мне денег на карманные расходы, это нужно». Ты что, не стоит искушать судьбу? Было жутко и странно одновременно. Она принесла домой талисманы и... Мать не справилась, перегорела. Просто как какие-то проводки у нее там медные, они поплавились прям жестко, и все, мать с ума сошла. Видимо, чтобы отпугнуть злых духов. У нас даже была кроличья лапка на удачу. И не дай бог ты раскроешь зонтик дома или разобьешь зеркало. Интересно, а вот брелок, кроличья лапка, а есть где-нибудь брелок, где полностью кролик, но без лапки? Он такой... У мамы появилась присказка постучать по дереву. Она постоянно это повторяла. Даже не знаю, что бы сделала мама, если бы увидела, как черная кошка перебегает перед ней дорогу. Мириться со всем этим было сложно. Я не верила в подобную ерунду. Но если маме так лучше, это ее дело. Но после одного случая я начала переживать за маму. Хочу вам напомнить о своих хороших друзьях OneX. У них высокая надежность, широкая линия. И при регистрации по вот этому промокоду можно получить до 6500 бонусных рублей. Вся дополнительная информация в закрепе. Папы пошли за покупками. А когда вернулись, увидели дома незнакомцев. И выглядели они странно. Че это так? Гоните их нахер! Сейчас, блядь, скажут: ой, мы вам пылесос подарим, да, бесплатно, а потом: ой, ну дайте 3000, сейчас, пошли отсюда. Че это у него в руках? О, блядь, рекламируют, что это, для кухни что-то? Измеритель канцерогенов? А дома в наушниках с какими-то измерительными приборами в руках. А мама в это время сидела на кухне и тихонько наблюдала. Она сообщила нам, что это эксперты, которые проверяют наш дом на паранормальные явления. И я такая: что? Это еще что такое? Это как в «Охотниках за привидениями»? Очень странно. А еще это было очень дорого. И мама потратила кучу денег. Мы серьезно поговорили. Знаете, а может, если бы они полетели на этом самолете, вес был бы немножко другим, и, возможно, как бы движение самолета немножко изменилось, и они бы все долетели до островов. Возможно, из-за этой девочки сошла с ума ее мать, упал самолет, погибли куча людей, хоть это все и выдумано, это все сказки. Да кто после такого будет верить в эту жизнь? Да, кто-то вот из детей взял и написал историю своей жизни вот такую вот. Конечно, это ведь не проверяя, это все сценарии. Давайте вот сегодня раз и навсегда мы все узнали, что это все выдумки. Привидения, падающие самолеты. Мама признала, что, похоже, перегнула палку, но мы все равно боялись, что она попадет в беду. Ведь есть столько сект, которые всячески заманивают людей. И все же мама немного притормозила со своими суевериями. Но приближался мой день рождения, и все началось заново. У мамы обострение пошло. Дело в том, что я родилась 13 июля, а в том году этот день выпадал на пятницу. Да, мама начала тревожиться из-за пятницы 13-го. Она сказала: конечно, мы отпразднуем твой день рождения, но на следующий день. А еще мы будем праздновать его в подвале. Ведь только подвал у нас обшит свинцом и сталью 10-сантиметровой. Муж такой: в смысле? Ты думал, на что я потратила все наши сбережения? Ты потратила все наши сбережения? Так и нахуя они нам нужны, если ядерная зима сейчас настанет? Ебанутый человек, горе в семье. Лучше не выходить из дома в пятницу 13-го, чтобы не искушать судьбу. Ну вот ей точно лучше не выходить из дома, чтобы не позорить их. Нет, это уже не суеверие, а паранойя. Тогда я предлагаю... Люди так с ума сходят. Вот она начнет параноить, будет думать, что муж с дочерью против нее козни строит. Потом ей будет казаться, что они хотят ее убить, и первая на них кинется, чтобы защитить себя. И ее ответ – самое глупое, что я слышала в жизни. Чужим людям лучше не заходить в наш дом, чтобы не принести плохую энергию или даже проклятие. Так обидно, что папа не решился ей возразить. Он просто согласился с мамой, хотя сам не верил в эту ерунду. Но я не собиралась сдаваться. Это был мой...
каблук. Каблук, ладно, жена у него была бы клевая, но у него жена ёбнутая, он каблук подъебнутый. И я решила делать то, что хотела. Сидит, пьет пиво с мужиками, такой: ребята, я домой, че жена наседает? Нет, там три ночи, как бы, это самое худшее время, потому что духи выходят на улицу, и жена хочет, чтобы я в это время был дома. Все-таки, да, лучше б мы тебя вообще не знали, нам теперь стыдно. Плевать на всякие плохие знаки. Так что я все спланировала. Я собралась поужинать с родителями, а когда они лягут спать, быстренько выскользнуть из дома и пойти на встречу с друзьями. Единственное, что я не предусмотрела, это то, насколько усилилась мамина паранойя. Большую часть дня мама сидела на диване под одеялом. Вокруг были разложены всевозможные амулеты. Может, она просто работать не хочет? А ее глаза стали совсем безумными. Она реально боялась, что с ней что-нибудь случится в пятницу, 13-го. После ужина мама отправила меня в комнату и заперла меня там. Как такое возможно? Я что, теперь узница в собственном доме? Похоже, мама просто сошла с ума. Нет, я не останусь здесь. И никакие двери меня... Ой, я бы на твоем месте поаккуратнее себя вел. Вполне возможно, это наследственное. Так что я взяла несколько простыней и связала их вместе. А еще взяла с собой нож и пошла по улице гулять. Вот такая веселая, как мама. Видела такое в кино. Мне удалось вылезти в окно и убежать к друзьям. Ох, вот это была ночь! Мы так веселились! Мы ели кислоту! И это открыло мои генетическую наследственные психические заболевания. У меня тоже началась паранойя, как у мамы. И теперь мы обе лежим в психушке, папа нас уже не навещает. Домашних проблем. Мы просто наслаждались общением. Единственная ночь с друзьями точно стоила этой дурацкой вылазки. Мы делали все, что хотели. Танцевали до изнеможения, играли в разные игры. В шахматы и геймбой, судя по всему. Да, классно вы отдыхаете. Лучше вы только врете. Наше последнее лето вместе. Наконец-то я могла забыть обо всех своих проблемах. Но, как все хорошее, наша вечеринка подошла к концу. Надо было возвращаться. Появилась луна, и мальчики стали превращаться в оборотней. Мама была права. Далее я ничего не помню, только вот очнулась психиатрическая лечебница, и руки все в крови. Родители не проснулись и не узнали о моем побеге. Вернувшись, я полезла по импровизированной веревке. Я почти добралась до окна, и вдруг услышала треск. Простыня рвалась под моим весом. Я начала падать и закричала от страха. Жирная. Крик разбудил родителей. Они выбежали из дома посмотреть, что случилось. Ну все, теперь у мамы просто башня отлетит. Она будет считать, что она права. Она этого ждала, и это случилось. Когда я попыталась встать, то почувствовала дикую боль в ноге и снова закричала. Похоже, я сломала ногу. Родители быстро отвезли меня в больницу. Мне сделали рентген и наложили гипс. И все это время я ждала, что мама накричит на меня за то, что я ее не послушала. Но мама просто сидела и говорила: «Вы видите, вы видите, я же говорил!» Читает мне лекцию про судьбу и второй шанс. А, так и случилось. Первым, что сказала мама, было: «Я же говорила, это все из-за пятницы 13-го». Но я не была настроена больше слушать этот бред и начала спорить. Я сказала, что из-за ее тупых суеверий мне пришлось лезть домой по веревке. Верно. И что мне не пришлось бы этого делать, если бы мне разрешили отпраздновать день рождения с друзьями. И, кстати, технически, сегодня была уже суббота, 14-е, что полностью... О, ну это вообще разъеб по фактам прям. ...ее суеверием. Благодаря этим словам я достучалась до нее. Потом... И тем таблеткам, которые папа подсыпал ей в еду. Если бы мама не зашла слишком далеко, я бы не полезла в окно и не сломала бы ногу. Но мама тоже была права в некотором смысле. Мы все могли погибнуть в авиакатастрофе. Вы причины этой авиакатастрофы, мы уже это выяснили. Жизнь бесценна, и ее нужно беречь любыми способами. Спасибо, что посмотрели. Просто так? Какую мораль бы придумал? А, правда, жизнь бесценна, кто с этим будет спорить? На этом все. Дорогие друзья, поставьте лайк, подпишитесь на канал обязательно и жмякните на колокольчик. Там вот будет все уведомления, вот это вот выберите. А то пропустите следующую серию, будете жалеть, а это плохо, так что вы не жалейте, жмите на колокольчик. С вами был Юлик, всем пока.